Кривой Гуфсин осталась без руководителя. Президент Путин отправил Владимира Шаишникова в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном государственном портале правовой информации. Наряду с ним своих мест лишились еще порядка 11 высших офицерских чинов по всей стране. Причины отставки генерала-лейтенанта пока неизвестны. Не исключено, что это связано с пенсионным возрастом Шаишникова. 10 июня ему исполнилось 65 лет. Сегодня в управлении весь день проходят совещания. Прокомментировать ситуацию там нам не смогли. Кто займет место Шаишникова, пока неизвестно.